29 августа в Координационном центре правительства России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина состоялась сессия развития туризма. Ее участниками стали руководители федеральных министерств и ведомств Российского Союза, туриндустрии и других профильных организаций, главы субъектов страны, среди которых был и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава Кабинета министров подчеркнул, что необходимо продолжать обновлять гостиничную базу, создавая новые места размещения для удовлетворения самых разных запросов путешественников. Верхневолжье активно следует этой стратегии. Сейчас в регионе гостей принимают более 300 отелей разного класса на 26,5 тысяч мест. К 2026 году, с учетом роста турпотока, планируется увеличить этот показатель почти до 32 тысяч. Важную роль здесь играет кластер «Завидово». Там, в дополнение к действующим, строятся новые гостиницы, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, горнолыжный круглогодичный склон. Попутно активно создаются глэмпинги. В прошлом году в регионе реализовано 3 таких проекта. Построен 241 модуль на 482 койко-места. На обустройство в ближайшие 2 года новых аналогичных объектов из федерального бюджета Тверская область получит еще более 244 миллионов рублей. Планируется открыть 168 дополнительных точек размещения на 670 мест.